Принял тебя, принял, наблюдай. Вот так где-то я уже пошел вот где-то вот сколько. Даже чуть дальше уже близко. Нарушитель государственной границы, осознавая, что въезд ему в Российскую Федерацию закрыт, решил проникнуть на территорию Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска. После незаконного пересечения государственной границы иностранный гражданин был задержан пограничным нарядом. Возбуждено уголовное дело по статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение государственной границы».